Прокурор Югры поручил провести проверку по факту ЧП с детьми на Мелик Карамова. Ход инспекции Евгений Ботвинкин взял на личный контроль. Свою проверку проводит и Следственный комитет. Силовики подтверждают версию о том, что у детей был фактически беспрепятственный доступ к техническому помещению. На территории жилого комплекса «Возрождение» проводились строительные работы. Следователям предстоит выяснить все детали ЧП и принять решение о квалификации произошедшего. Глава Сургута Вадим Шувалов поручил строительному блоку, мэрии и департаменту городского хозяйства в кратчайшие сроки проверить все детские площадки муниципалитета. На исполнение распоряжения у чиновников и коммунальщиков есть 2 недели. Во время инспекции особое внимание обратят на ход строительных работ, которые производят на придомовых территориях. Зоны должны быть огорожены так, чтобы на объекты не могли попасть посторонние. Все ремонтные работы, которые происходят, строительные работы, выполнялись согласно всем требованиям правил техники безопасности. Именно жестко надо исполнять и следить за этим. То есть любое место, которое проходит, где-то проходит ремонт, должно быть и ограждено, должны быть какие-то указывающие плакаты, запрещающие плакаты. И предприняты любые меры, которые препятствовали для того, чтобы допуск туда любых, будем говорить, жителей, ну и особенно это касается, конечно, детей.